chaque aurore je le vois plus grand, celui qui tous les jours nous inonde, la grande lumière du néant se rapproche de notre monde. Des hommes sont morts par milliers, l'océanie est sous le flot, mais je sais où ils sont allés, les survivants des temps nouveaux. Ils sont des millions à attendre, seuls quelques-uns pourront partir. Il faudra prendre sans comprendre la vie des hommes sans avenir. Il a donné, il va reprendre, lui qui a apporté la vie. Ils vont partir, je vais me rendre, je ne peux vivre ailleurs qu'ici.
Stand together.
híjole. Перевозки. А что это у меня тут такое? Я нахожусь в Сарагосе. Так. Очень странно. Что во Францию?
круговое движение. Используйте съезд номер 2. Держитесь правее. Сейчас съезжайте.
Придержитесь левее. Затем поверните налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо.
Вот так лучше будет. Наверное. Движение. Используйте съезд номер один. Держитесь правее. Продолжайте движение прямо.
Поехали. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Круговое движение. Используйте съезд номер один. Держитесь правее. Сейчас съезжайте.
Я молодец. Ой. Ну да, сервис, а что делать? Вычисляю новый маршрут. Отвлекаться не надо, потому что... Сейчас еще починка. Ой, я не видел, сколько там. Я не видел же. Да, и груз поврежден. В общем, плохи мои дела. Сейчас съезжайте.
Поехали. Держитесь правее. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь правее.
продолжайте движение прямо. Используйте съезд номер 2.
круговое движение. Используйте съезд номер 2. Сейчас съезжайте.
Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Продолжайте движение прямо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Используйте съезд номер 2. Сейчас съезжайте. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Готовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Готовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Поверните направо. Поверните направо. Приехали. Конец пути. Thank you.
А вот здесь я не был. Что это может быть? Может, обзорная точка? Ну-ка, я сейчас подскочу налегке. Поехали! Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Thank you.
продолжайте движение прямо. Круговое движение. Используйте съезд номер 2. Сейчас съезжайте. Обзорная точка. Где она? Сюда надо поворачивать, что ли? Наверное. Приехали. Конец пути. А, ну можно было и дальше. И что это такое? Замок Юсси. Ну вот, на этом и завершим.